Всем по привету, как обычно. Ребят, я вам показывала два наших рынка. Нымесский и рынок Балтийского вокзала. Не показала вам наш центральный рынок. Вот сегодня хочу это исправить, показать вам центральный рынок в таком виде, в каком он существует сейчас и уже долгие-долгие годы. И покажу, познакомлю вас с проектом, который в ближайшее время будет осуществляться. Здесь начнут строить новый современный рынок. Вокруг вот эта вся близлежащая территория также будет перестроена. Здесь будет очень красиво, в чем вы сами сможете убедиться пока в проекте, ну а потом уже и посмотрим этот рынок в готовом виде. Сейчас мне надо снять денежку, потому что здесь надо, по-моему, расплачиваться наличными деньгами. Так, на минуточку выключаемся. У меня как раз телефон. Лисички 6,50, у нас 8, немножко дороже. Посмотрим. Горошек 3,50, арбуза, дыньки. Пахнет овощами, вкусно, ягодками, фруктами, арбузами. Огурчики евро 80, помидорки. Честно говоря, я в таком изобилии цен теряюсь, я не запоминаю цифры, если вы помните. Поэтому для меня цифры — это что-то вообще из ряда вон. Я вот отойду сейчас, да, вижу евро 80, отойду туда, я уже не помню, сколько они стоили. Вон какие тыквы огромные, 2,50. Здоровые такие. Ой, извините. Столько народу. Толкаюсь. О, кстати, мне надо капустку купить. Капустку купить. Яблочки. Чесночок. Чеснок 6,50. Лучок 2,50. Картошка свежая, евро килограмм. Слива. Ой, какие абрикосы красивые. Наверное, абрикосиков надо купить. Груши симпатичные. Груши 3,90 из чили. Вот всякое. Черничка, голубичка. Ой, какая мелкая картошка, смотрите, как горошек. В общем, здесь на улице все как везде. Ягоды, овощи, фрукты. Малина какая дорогая, 9 евро. 9 евро килограмм. Мне, знаете, на рынках нравится запах этого малосольных огурчиков или соленых грибочков. Эстонская картошка евро 50. Написано супер сладкий арбуз. Волгоградский евро 50. Ой, какая капустка маленькая. Вот я себе такую маленькую куплю, чтобы не тащить много. Арбузы, дыни узбекские. Черная смородинка 2,60. Оксана, дай мелочь. Вот здесь
Лисички 5,50. Вот видите, надо всегда пройти и посмотреть цены, потому что там на входе, видите, на целое евро 50 дороже. Здесь 5,90. Смотрите, воробей кукурузу клюет. Арбуз российский 99 центов килограмм, написано очень сладкий. Кукуруза 4,50 польская. Малинка сладкая написано эстонская 4,80. Малина. Там мед. Мед. Меда везде много. Вот тут одежда продается. Вообще, конечно, по сравнению с балтийским и с нымесским рынком. Без комментариев, конечно. Я тут на днях стояла на остановке. Слышала, как две женщины разговаривали. Одна другой говорит, была на центральном рынке. Говорит, раньше была помойка, а сейчас еще хуже. Вот такую характеристику услышала. Привлекает меня запах этих огурчиков соленых. Там раньше был киоск, там такое было изобилие сухофруктов всяких. Здесь печенье, конфеты, вон грибочки. Это для засолки, листья смородины. Вон огурчики малосольные, 5 евро килограмм. Яблочки. Купить что ли яблок на пирог? Литовские, евро 80. Наверное, еще похожу, посмотрю. Ой, такой запах, ребят, чесночка, огурчики и грибочки солененькие. Так вкусно пахнет. Ой, объедение. Запахи эти чесночные очень нравятся. Вон веники для бани. Кому надо, купайте. Разные сухофрукты. Ой, даже помидоры. Сушеные. Много всяких. Орехи в шоколаде, в белом, и в черном, в каком. Снимать не надо, пожалуйста.